Чук. Извини. Ты имеешь право злиться, но это не то, что ты подумала. А что я подумала? Скажи мне. Ты думаешь, Эмра засмущала меня? Нет. Тогда что? Скорее, ты смущен из-за меня, потому что показал, как относишься к ней. Все совсем не так. Мы чуть увлеклись и вели себя как дети. Каждый из нас хотел доказать свою правоту. Прости за этот детский сад. Моя совесть чиста. Порой из-за тебя я чувствую себя никчемной. Знаю. Прости. Кому воды? Мне. Давай стакан. Милтем, ты Сафсун? Да, она рядом со мной. Отправлю фото, не показывай ей. Да, отправляй. Джандач! Что? Убери свой телефон. О, а вот и суп. Наконец-то. Всем приятного аппетита. Держи. Все? Ой, про тебя забыла, давай. Приятного аппетита. Спасибо. Что за... Это суп. Эмре, я правда не знаю, что ты подаешь гостям в своем кафе. Но это... Айдалунай. Эвсун, меня вот-вот сейчас тошнит. Так я спасу тебя, Далунай, давай тарелку. Ничего не трогай, сами разберемся. Отлично. Все живы? Ты в порядке? Полным. Прошу, успокойся. Я спокоен. А, ну да. Холодная. Гёкче, Эмре твоя подруга. Не знаю, сколько отношений ты собираешься еще разрушить. Если так хочется, то делай это сейчас. Иди к Берил и скажи: я люблю Эмре, а не тебя. Мне так жалко ее. Она смотрит на тебя влюбленными глазами. Эмре мне тоже нравится. Но это зашло слишком далеко. Дурацкая ситуация. Она знает, что ты в нее еще влюблен, и пытается тебя сбить с толку. Когда ты с этим покончишь? Я тебя не понимаю. Сестра. Любви не существует. Ее нет. Я серьезно. Есть лишь одержимость. Послушай меня. Женись на Берил. Почему ты вечно твердишь про брак, а? Я смотрю на женитьбу иначе. Я должен на ком-то жениться, это вообще не про меня. Хочешь, чтобы у меня был такой же дерьмовый брак, как у тебя?